эти курилки запустились в действие, то есть они еще не продавались, они только запустились в проект, практически 40 лет назад. 40 лет назад, ребят. Когда еще мы, я думала, что такого вообще не, невозможно, чтобы что-то там вот какое-то вот курить, и что там это вроде бы как бы курильня такая. Это уже прорабатывалось, это уже настолько, настолько было внедрено, чего не знали мы, простой народ. И для чего это сейчас внедряется? Не для того, чтобы были более легкие, более чистые, легкие, или какое что-то у нас было со здоровьем, уже вообще все равно всем на здоровье. Сейчас уже идет акцент не на здоровье человека, сейчас идет акцент на тотальное порабощение, то есть склеивание мозга. Это можно, да, прям вот так сказать. Потому что что происходит при этих смолах? При этих смолах, во-первых, склеиваются все капилляры. Все капилляры, в том числе в головном мозге. Когда капилляры в головном мозге склеиваются, то что происходит? Происходит то, что человек уже сам, как своим челом, он уже думать не может. Ему уже нужна будет определенная помощь, и для него уже все сделано, вплоть до нейросетей, да? Которые нейросети мы можем сейчас использовать пока еще в своих целях, о том, чтобы донести определенную информацию для людей. А кто-то уже нейросетями пользуется, чтобы поменьше думать, потому как это становится неудобно человеку. Неудобно человеку, который ест, причем ест всякое тяжелую еду, давайте так назову, который употребляет какие-либо дополнительные наркотики. Это может быть в виде алкоголя, сигарет, еще что-то. Настолько идет глобально вот это вот порабощение, настолько идет глобально то, чтобы люди стали прям вот самым низшим обслуживающим персоналом. Что касается второго вскрытия, когда был мужчина с анорексией, да, он действительно с абсолютно минимальным весом был. И когда там вскрывалось, он умер, поставили диагноз от дыхательной недостаточности. Вот. И когда его тело вскрывалось, то выяснилось, что я как раз думала, что там, скорее всего, все органы друг друга начали поедать, как тоже транслируется в общепринятых массах, да? Вот. Но когда пришло вскрытие, то что было? Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Telegram, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления, работе с сознанием и не только, со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.